агрессивная команда, и просто знаем, что будет сложный матч, но мы борились за это и думаем, что завтра покажем, что мы случайно не попали в Евролиг. Почему остались дома Мунир и Булыга? Мунира получила себе микротравму в последнюю тренировку. А по Булыге так решили, что за ту игру его не будем использовать. Два последних матча Динамо сыграла в ничью. Если завтра случится ничья, вы будете недовольны? Два последних запасы вашего тима скончали ремизом. Будете и завтра спокойны с ремизом? Ну, конечно, мы думаем только по игре. Я хочу, чтобы мы лучше играли, чем что играли последнюю игру. И только думаем, поэтому, конечно, если будем лучше играть, тогда надо ожидать лучший результат. В продолжение темы. Команда не побеждает в 4 матчах подряд. Вы обсуждали это с руководством, с футболистами? Тим Динамо Минск набирал 4 запасы в ряде. Это какой-то проблем? Почитали с тим? У нас так сложный месяц был август. Много игры было. Можно так сказать, что мы побеждали 4 матча, но можно и сказать, что мы у та 4 матча выиграли в Сальцбурге. Мы должны были 2 матча выиграть и прийти дальше, но мы успели. Готов ли выйти на поле Ян Тигарев? Нет ли опасности рецидива его травмы? Ян Тигарев, если я приправен прийти, играть в уткане, если то его зранение уже в порядке? Конечно, готов. Он уже тренируется 2 недели. Он с командой, он готов. И Дигарян, и Удо же не ездили и в Вен, и в Зальцбург на Red Bull. С чем это связано? То есть, с чем связано, что они сейчас не едут? Hráči, kteří nejeli do Salzburku na utkání s Red Bull, nejedou ani teď? Řešení součná štáb. Какую задачу поставил Юрий Чиж в Лиге Европы? Оговорены ли премиальные? За выход в плей-офф Лиги Европы. Jaké máte cíle v evropské lize? Jaké cíle jste si vytvořili a které cíle jste si stanovili? Да, мы говорили по премиальному, мы уже решили все. И, ну, конечно, надо достойно презентовать футбол и отдавать все от себя в каждой игре. Мы так будем стараться. Хорошо, мы начинаем старт в групповом этапе Лиги Европы. Это как бы хорошее для начала для нас. А атмосфера в плане последних игр неудачных, конечно, сказывается, наверное, на команде, но перед игрой, перед такими играми обо всем забываешь и готовишься к определенной игре. Так что я думаю, проблем нет. И еще один вопрос Сергею Полетевичу, тоже в плане психологии. Вспоминаете ли предыдущий стартовый поединок в Лиге Европы прошлого сезона и как вообще настроение? Потому вы так как раз должны помнить, что было. Опять вернемся до минулости. Если вы вспоминаете на минулые запасы Европейской Лиги, а если это сравнить со současной ситуацией? Ну, я думаю, не то, что мы о таких матчах никогда не вспоминаем, даже не перед этим, и на следующий день мы уже не вспоминали о таких матчах, которые были в прошлом году. И мы сделали свои выводы, потому что для нас был это хороший урок в таком турнире начинать так неудачно, как в прошлом году. Так что в этом году будем справляться.